Григоринская борьба, вот предпочтение мое. Воспитание души, праздник силы и ума. Она всему научит, Григоринская борьба. Ее корни глубоко, сколько помнит человек. И с собой в душе проносит уже очень много лет. Человек единоборцем склонен был все времена. И многие вам скажут, вся жизнь это борьба. Оставляет яркий след в любом сердце навсегда.